мы фиксируем все факты нарушения прав человека в Крыму. Мы также считаем, что оккупационная администрация нарушает права украинских граждан, заставляя их голосовать на выборах президента в Крыму. Мы считаем выборы на территории оккупированного Крыма нелегитимными. Мы также будем фиксировать всех тех лиц, которые занимаются организацией выборов, там вплоть до членов избирательных комиссий. Мы считаем, что они нарушают законы Украины и являются коллаборационистами. Мы также призываем граждан Крыма, чтобы они не ходили, не голосовали на выборах президента Российской Федерации. При этом мы понимаем прекрасно, что они уже четвертый год находятся под гнетом оккупационной администрации.